В настоящее время развитие цивилизации планета Земля находится, знаете, как бы в таком интересном времени, когда и геополитические, социальные, экологические проблемы существенно обостряются. Планета Земля настолько хрупкое создание, что она не выдерживает техногенного прессинга. И в этом плане промышленность строительных материалов вносит серьезный вклад. Потому что промышленность строительных материалов – это около 10% потребляемой энергии в мире. Это около 12% работающих. Это серьезные, так сказать, выбросы. Ну и вот экологические проблемы, так здесь показаны у нас и так далее. Значит, технология производства строительных материалов – это добыча сырья, это транспортировка его, дозирование, специальная обработка, которая включает разрушение значит, текстуры горной породы, структуры, разрушение кристаллической решетки и синтезного образования, ну и так далее, и так далее. Так, и мы рассматриваем строительные материалы, их производство, эксплуатацию, разрушение, повторное использование как постоянное движение, как элемент эволюции неорганического мира. И в этом направлении даже вот используется, даже, допустим, бетон в строительстве, вот наша стена, например, там постоянно происходит движение, постоянно происходит изменение, взаимодействие компонентов и так далее. То есть там постоянное движение. Где есть движение, должно быть управление. Наука об управлении известна кибернетика. Ее автор американский математик Винер, и она как бы считается датой ее рождения 1948 год. Есть одно из новых направлений кибернетики – бионика. Бионика занимается исследованием объектов неорганического мира с тем, чтобы эти результаты использовать при проектировании материалов и новых технологий. Ну, например, изучают дельфинов, там, рыб, и результаты используют при проектировании подводных лодок, тех же атомных подводных лодок, надводных кораблей, крейсеров и так далее, и так далее. Изучают птиц, значит, там, бабочек, комаров и прочее, их результаты используют при проектировании летательных аппаратов. Мною предложено одно из направлений кибернетики – геоника. Значит, ну, в частности, геоника может использовать результаты геологических процессов для производства материалов. Исходя из разработанной концепции, так, предложена классификация, новая классификация сырьевых ресурсов в зависимости от свободной внутренней энергии. Данная свободная внутренняя энергия определяется дефектностью кристаллической решетки, значит, включением минералообразующей среды, газовоздушных фаз и так далее, которые образовались в этих горных породах миллионы, сотни миллионов или даже миллиарды лет тому назад. И вот используя вот этой законсервированной, будем так, энергии, позволяет нам снизить энергоемкость производства строительных материалов. Вот такое направление так, позволило ну, на моей научной школе так, значит, получить определенные, я бы так сказал, серьезные результаты. Так, по этой тематике защищены ну, где-то около 17 докторских диссертаций, я думал, около 50 кандидатских диссертаций. Так, мы исследуем нетрадиционные виды сырья, которые не используются в мире в широких масштабах для производства материалов, но которые есть в законсервированном состоянии в земной коре, так, и которые, я думаю, что со временем станут основой сырьевой базы ведущих стран мира. Эту вот концепцию, будем так, мы опробировали
на различных, значит, горных породах вот с этой классификацией. Различные горные породы мы брали, так. Причем некоторые горные породы, которые отсутствуют у нас в России, так, мы использовали сырьевые ресурсы Латинской Америки, Южной Африки, Европы. Так, в частности, вот, на Сицилии я сам отбирал пробы с вулкана Этна. Так, ну и многие регионы России, в том числе, естественно, Курская магнитная аномалия. Так, затем Бурятия, Якутия, Кольский полуостров. Так, вот сейчас работаем на сырьевых ресурсах Камбоджи, Ближнего Востока. Апробировали мне Тунис, Йемен. Ну, в общем, довольно-таки большая такая представительность этих проб. Так, вот в августе месяце я в составе делегации, в составе, вернее, группы ученых Российской Академии Наук изучал сырьевые ресурсы Камчатки, оттуда отобрали мы пробы, так, и их уже исследуем здесь, в наших условиях. Разработаны целый спектр композиционных вяжущих, на их основе получены мелкозернистые бетоны, фибробетоны, которые, так сказать, используются для получения целой гаммы строительных материалов, в том числе и для дорожного строительства, стеновые материалы мы получаем на основе, так сказать, этого всего сырья. А в принципе, если говорить о основной цели геоники, так вот я ее так сформулировал. Цель геоники – это разработка общих принципов управления развитием объектов неорганического мира и выяснение их влияния на процесс жизнедеятельности представителей животного и растительного мира. А вот первый этап, чем мы непосредственно занимались, это вот как раз применение результатов геологических процессов для получения этих материалов. В плане геоники, так, я рассматриваю систему человек, материал, среда обитания как единое целое. И я думаю, что самая главная цель ученых всего мира – это обеспечить комфортное существование человека именно вот в этой системе. Это основная цель. Если мы сейчас возьмем, посчитаем, сколько мы, вид Homo sapiens, существа разумные, мы сами себя назвали, и сколько мы тратим средств во всем мире, так, на уничтожение человека, на вооружение, это будет тысячи, десять тысяч раз больше, чем мы тратим средств на поддержание системы человека, материала, среды обитания, то есть на развитие человека, на процветание человека. Так. И вот как раз вот эти мысли, будем так говорить, которые сформулированы в геонике, они выводят уже как бы даже на политический такой уровень. Но, будем так, обращаюсь вот сейчас так к руководителям всех стран, к Организации Объединенных Наций. Я, кстати, с таким предложением выступал как-то, когда на пресс-конференции Соединенных Штатов Америки, я говорил, что если мы 5% хотя бы средств, которые тратит человечество на вооружение, направили на процветание человека, на систему человека, материала, среда обитания, то тогда бы, ну, совсем бы другой образ жизни вели все люди на планете Земля. Ну и вот, вот эти вот мысли, о которых я говорил, они позволили нам, ну, в качестве как бы уже реализации, так сказать, сформулировать принципы внедрения наносистем строительного материаловедения. Так, реализация осуществилась, ну, вот, непосредственно на нашей кафедре строительных материалов, изделий конструкции. Мы открыли секцию, мы сформулировали основные научные направления ее деятельности. Так. Это междисциплинарная область исследований. И все ученые, весь мир движется сейчас к междисциплинарности.
Ну, известно, что все изменяется, так сказать, по синусоиде, так, так далее. Представьте себе, первобытные общины строят, так, был один, допустим, учитель, и он обучал одного ученика. С дезинтеграцией науки, так, с выделением из философии, там, математики, физики, химии, биологии, и из обучения началось, так сказать, предметное. И мы сейчас дошли до того, что у нас, ну, свыше 50 дисциплин мы читаем нашим студентам, чтобы они стали инженерами. Это нереально. В науке начались процессы объединения. В 20 веке появилась геохимия, биофизика, так сказать, и другие дисциплины. И начались движения в области, значит, обучения. Так вот, у меня где-то лет 30 назад появилась первая статья о междисциплинарном обучении. То есть преподаватели должны из отдельных дисциплин сделать единые междисциплинарные комплексы и в таком виде подавать студентам. Так, значит, и как бы в этом же русле идет и геоника. Ведь геоника, в отличие от геохимии, там, биофизики, объединяет не две науки, она объединяет, ну, свыше 10 наук, как и бионика, кстати. Вот эти вот два направления, которые вот идут нога об ногу, как говорится. Вот кибернетика, бионика, это все американские ученые, и геоника, это российские, так сказать, уже научная школа. Вот они, это супер междисциплинарные дисциплины. И недаром они появились именно вот уже, ну, бионика, это она официально как бы за, считается датой ее, значит, признания, 1960 год, Соединенные Штаты Америки, как и кибернетика, а, ну, я так думаю, где-то 92-93-94 год у меня как бы сложилось вот общее такое представление об этом нужном направлении, я начал работать. Это не то, что я забросил все свои дела, так это как бы вначале как хобби было, потом это вылилось в единую какую-то систему, так, ну и вот как бы пришло время, это была не моя инициатива доложить вот в Российской академии Архитектурных наук и в Российской академии наук. Это была инициатива, так сказать, этих академий. Мне позвонил, в частности, Чернышов, Евгений Михайлович, Корректор Саша, вот, просим доложить, пришло время, так сказать, подвести какие-то промежуточные итоги и так далее. Я элементы этой теории я докладывал в Германии, в Вайнерском архитектурном университете. Кстати, вот в сентябре месяце я там буду делать доклад по этому же направлению. Вот есть у нас, так сказать, заключение из французских ученых, это институт города Алис, где они предлагают свои услуги в развитии этого научного проекта. Кстати, как и немцы. Так, вот Российская академия, я докладывал, так, говоря, что это именно их объект исследования, давайте вместе дальше заниматься этим научным направлением. Я думаю, что это научное направление, ну, как выразились все, кто ее слушал, имеет право на существование. Это объективная реальность, так как мы выходим сейчас, вот, пожалуйста, вот, кибернетика, вот, архитектурная бионика, так, эти научные направления, так сказать, они не так уж быстро, но они набирают темпы развития. Я думаю, что геоника, это тоже у нее есть большое будущее. Вот ко мне, вот когда я в Черноголовке докладывал, подошел известный ученый в области искусственных алмазов, подарил мне книгу свою, так, и говорит, так вот, выращивание искусственных алмазов мы осуществляем на основе изучения геологических процессов. Это же тоже бионика, геоника. Говорю, абсолютно правильно, это тоже, так сказать, мы берем знания из исследования этих процессов, это есть, конечно, геоника. То есть это геоника, это система взглядов на, будем говорить, процессы,
которые происходят в природе, и их использование для повышения эффективности технологий производства материала. Это как бы первый этап. А второй этап, это я сказал, о системе человека-материала среды обитания. Я вот на эту тему как-то так получилось, в общем, предложил такой небольшой круглый стол. Было три заведующие кафедрой, медицинских кафедр московских вузов. И я вот это все изложил. И говорю, что вот, например, человек, так, человек, который проживает в окружении, допустим, железобетона, вот возьмем, так сказать, эксперимент. Значит, два близнеца. Одного мы селим в дом, так, из железобетона, условно, а второй, например, в деревянный дом. В доме деревянном он проживет лет на 25-30 больше. Дальше, в окружении гипсобетона, то есть гипсобетон более влияет положительно на человека. Так? Допустим, так пофантазируем, вот есть больница, так, палата, где лечат заболевания легких. Там должны быть одни материалы в окружении человека. А, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, там другие. Если, допустим, низкое давление у человека, то должны быть там хвойная, древесина с хвоей. Если высокое давление, то лиственные деревья и так далее. То есть это вот получается наука, которая позволяет прогнозировать довольно-таки серьезные процессы, в том числе именно так вот система человека-материал среды обитания. Вот, в принципе, кратко то, что я могу сказать.